на это уж потратишь и время, но надо будет подождать. Подожди, они утешатся. Я им сейчас дам семечек. Мне надо их. Вот. Мои хорошие. Тут они будут. Давайте. Гуля, 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 гуля. Давайте. Я сейчас туда им насыплю. И они туда спрыгнут, потом будут. Вот они пошли. Он ее сейчас уговорит. Она будет с ним вместе есть. Давайте. Интересная у меня история была. Я там держал в Потеряевке голубей. И неизвестно, как он попал, что с ним сделалось. Ну, у них, это я подрезал шпоры на ногах. Они будут вот как на крыльях такие перья, вот такие вот. И на ногах такие же. И, видимо, где-то он застрял. Ну, бывает так между доской, там, но не все усмотришь-то. А может быть, пристыло. Намочил ноги-то, а потом она, пока сидела, она пристыла, он кинулся. И он ногу, он крутился, видать, на ноге, и ногу ему оторвало. Оторвало до колена, ноги нету. А они в это время уже снесли яйца и парили. А у голубей, это уже я знаю, у них такое. Если кто-то заболел, а они не ухаживают, они бросают его. Потому что он уже не способен к продолжению птичьего рода. И она занимается другим. А тут у меня они скучные, голубятня-то небольшая. И она, а голубок-то меньше, и она замуж вышла прям с скорости. И он один остался. Дети вывелись, и он один их кормит, но летать-то куда не надо, корм рядом здесь, он должен его размочить, говорит, птичье молоко, это про голубей говорится. Он полупереваренную пищу отрыгивает им в рот, клюв их в рот берет, и он один воспитывает, эта картина была не для слабохарактерной. А она никаких, голубь хороший, сильный там попался, приголубил ее. И она прям в соседнее гнездо, и она ни разу больше к нему не подходит, голуби они так-то верные друг другу. Но калека бросает. И вот это у меня она... Я думал, что-то она там под крылом у ней такой маленький пупырек. Призвал ветеринара нашего, Настю Дроба. Вот она посмотрела, нет, говорит, у нее искажение там или кость. Потом показала, как на ногах у нее пальцы. Это старость. Старческая. А он ее муж. Вот это двухчубый красавец. Ах, какой. Вот. И... Я как-то принес ее туда, она у меня побыла-то. Он мигом к ней обихаживает ее. А другой раз я ее вышел на улице кормить и ее взял с собой. И она у меня на руке сидит, а он ручной, он взлетел на другую руку, а я постепенно руками свел друг к другу, вот так вот руки-то, чтобы он никаких, как будто ее не видит. Он любит семечки и на руки садится. Вот я сегодня, это 28 февраля 2014 года, залез к себе здесь высоко у меня голубятни, его за пазуху и принес к ней. И она сразу ожила. И вот Володи-то нет, я только фотографии делал, фотографии-то хорошие. Как он ее обихаживает, как он ее целует, что-то ищет. И вот сейчас, сегодня Володя дома, я говорю, ты поснимай их, чтобы показать как. Это потом мы как-то слепим эти вместе маленькие кадры. Вот он поел, сейчас надо ему пить будет. Ну, она туда, она спрыгнет вниз туда, в коробку. Она в коробке живет, закрытая, под решеткой, чтобы кошки-то не съели. А там кошкам полез, закрыли, оказалась чужая, запертая. Теперь их три там у меня. Вот он ее целует, и видишь как? Он начинает ее обихаживать. Никуда не уходи. Вот она вокруг него. Он ее признает. Но он уже нашел там чернушку. Вон она, видишь, что обихаживает. Нашел черненькая. Она хорошая, хорошая тоже. Породистая, прямо как уголек. А он коричневый. У меня черная одна. И он один, двухчубый. Это особо породистый. И она, я не знаю, откуда она залетная или как. У нее глаза какие-то с налобниками. Он особенно сделал. Вот видишь, как он ее целует. Смотри, раз, раз и опять. Это целует. Это надо видеть просто как. Никакая птица так вот нежно не обходится. Хотя у голубя все на колотушках. Она с гнезда только сойдет, он ее гоняет, гоняет долго, пока она обратно на гнездо не сядет. А то, говорят, живут как голубь с голубкой, то она в форточку вылетает, то он. То тарелки сначала вылетают после получки, то сами. Вот они. Я как-то на занятия приносил, там по 8 штук было, ну разные. Я считал как-то, насчитывал даже печаль сатаны. Почему-то стокеру ее приписывают. А на самом деле это Мария Карелли написала, перевод княгини Кропоткиной.
И вот там пишет о женщине этой, о писательнице, как она голубей кормила, вот, Мавис Клэр. И она голубей называла именами своих врагов. Вот он норовит спрыгнуть, но он еще один раз только спрыгивал туда. Там ей, да, так никуда не уводи, пускай так, стой спокойно, не шевелись, и мы сегодня заснимем. Ну, трудно со светом, пришлось, вот он как ее, видишь, ей за гребешок, и как будто гладит и ищет что-то, видишь, она перед ним. И тут он ее признает. Ну, я его до вечера додержу, и через день, вот вчера я его не приносил. Это ее утешение, она старее его, состарилась. И он ее не бросает, ну, раз приношу-то. А то черную оставляет, я гляжу, что-то он к ней охладевать стал, потому что эту он нашел, он-то потерял ее. Вот он как, видишь, как она перед ним стоит-то. А вчера она настолько уже ожила, что сама давай его целовать вот так вот. Вот, видишь как, ну, у него уже клюв, и вот он ее, вот он как ее находит. На снимках я это все отобразил. Ну, на снимках одно дело, а вот он как ее, вот он как. Это у меня было как-то, я прихожу, а директор ликероводочного завода, Роберт Робертович Пальталлер, и он мне помогал там что-то для лагеря маленько. Даже спирту давал нам, где бывает, нужно помочить, там это, компрессы сделать, вот. И разную тару давал там, что у него есть, вот. Подождать, сейчас она спрыгнуть должна туда, а тогда он за ней. Это не просто так спрыгнуть. И вот я сижу, разговариваю, а с ним рядом сидит человек. Я его не знал еще кто это. Криворотов Владимир Иванович, предприниматель один. Как-то так разговор зашел в кабинете у него. И он говорит, и разговаривает, и говорит, а у меня, говорит, голубь улетел. Благодарственный, или как называют они? Краснодарский вроде, красный такой. Но не, роста маленько поменьше, это крупный голубь. Но улетел, говорит, его нигде нету. Все, улетел, я привез их далеко. Ну, вроде гнездо оформил, а потом улетел. Мне так интересно. Я говорю, а у меня на днях прилетел такой голубь. А какой он? Заговорил он именно вот такой, какой есть. Вот, не шевелись такая сильно, она должна спрыгнуть сейчас. Вот. Ну, я когда рассказал ему до того, обрадовался, а вы мне его не вернете. Я говорю, ну а почему не верну? Да я вам таких дам голубей вместо этого. Он голубятник, голубевод. А я-то просто любитель. Я не вывожу породу. У меня все породы перемешаны. Но этот залетел, это чистопородный уже. Вот этот красный, двухщубый, это тоже чистопородный. И белое тоже. И откуда они залетели, это давно было. Я их не приобретал, они сами ко мне прилетели. Вот. И у нее особо над глазами надбровники какие-то интересные. Штанишки я обрезал им, потому что они мешаются здесь. Он ко мне приехал, а он у меня уже здесь маленький, он все время гуркал, гуркал такой. Вот он как ее, вот она я как, вот он как любит ее. Вот, и ухаживает за всеми голубками везде. Они шагают, а ему подлетать приходится, у него шаг мелконький такой, а голос маленько не такой, как у них-то. Ну, ни одна голубка на него внимания-то не обращает, а он активный такой, в активном поиске был. И вот все, и одна голубка с ним согласилась. Но она получилась маленько побольше, его, видишь, как подтягивается. Но мне пришлось ее отнимать. Я ему отдал, говорю, ну что ж, отдаю. Он мне тут приехал с сыном, голубей 5 привез, хороших, ну, турманы. Но ему именно этот нужен был-то. Ну, эта голубка-то осталась одна, она такая запечалилась, сидит. И, ну, я просто люблю их и так вижу. И вот проходит сколько там, неделя, не полосе, он прилетел. Прилетел и к ней сразу в гнездо. Ой-ой-ой, как он ее. Она согнулась, лежит. Он ее обыскивает. Там бывает насекомые у них. Он ее целует своим клювом-то. И клюв-то ее возьмет. И... Ну, маленько погодя, Владимир Иванович, этот Криворотов, и говорит, такое дело, потерялся у меня голубь. Я говорю, так он у меня дома уже, здесь. А вы не отдадите? Я говорю, эти дни насмотрелся на его любовь. Еще один раз верну. Но если не удержите, то больше назад не отдам. Мне переживать слишком приходится за него. Развод ему, да, опять брачные узы. Ну и правда, он его подержал сколько-то полмесяца, и он опять улетел и прилетел. И опять та же картина. И вот голуби какие, какая верность. Вот он старается сейчас туда, ах, он не знает, как туда слететь.
Надо поснимать сегодня, чтобы было видно. Вот он пошел. А она села рядом. И мне сейчас пить надо будет. И она туда слетит. Это у меня коробка от кошек, потому что кошки рядом. Я слюдяные окна им сделал внизу окошки. Видишь, какие? Все везде проткнуто, ниоткуда не залезешь. Сверху задавливаю и решетку сделал. Вот. Потом я покажу, как решетку. Кошки ходят по решетке, а туда не попадут. Несовместимость. Видишь, какой? Внимательно смотрит. Его трогать сейчас нельзя. Если его сейчас тронуть, он начнет по комнате летать тут. Я только напугаю его. Семечки он подобрал. Он, видишь, какой мощный. Грудь у него какая сильная. И главное, впереди один щуп, как перышки-то расплюснуты на голове, а сзади у него шиньончик. А клюв коротенький, это породистый очень. У таких-то голубей длинные. У них такие клювы бывают короткие, что они детей не могут кормить. Поэтому от них яйца пересаживают к длинноклювам. И те их выращивают. Породу вывели такое, вот она, как я называю, уроды. Ну, уроды-то уроды, но красивая все-таки. Вот он где. Тут она толкется, она вот-вот пойдет туда. Надо дождаться, когда она будет прыгать. Когда она спрыгнет туда, за ней он потянется. Вот. Но она, видать, пить еще не захотела. Села. Чего она тут села? Он тоже просто так сидеть не будет. Он выискивает что-то лучше. Может, ему охота куда-то полететь. На краешек ящика сел. Бестолковая птица, глупая птица. Ефрем говорит, как глупый голубь. Это Библия говорит, глупым называет. Глупая, говорит, курица не птица. Ой, да как потянулся он. Ох. Ну, что там говорить, герой. У меня один такой был и в прошлом году. Я каждый день лажу, а тут холодно, я не полез один день. Думаю, ну, через один день слажу. Пищи много у них. Мороз был по 40 градусов. И самый ручной голубь был, у него одно перышко на груди было только черненькое. Захожу, он в гнезде, у него такие шпоры были, я не обрезал. И он не мог там развернуться и погиб, мороз был. Как мне жалко его было, он ручной такой. И с любой высоты садился на руку. Он как-то в Потеряевке был, и там у меня его привезли, он потерялся. А потом я увидел, Люба идет, и впереди ее пролетел голубь. Я скорее на улице, никого нету. Я залез на голубятню, а голубятня до крыши 9 метров 60 сантиметров. Ее видно, она стоит такая. Но залез, никого нету. Я кричу, гули-гули. Он как-то как из-под облаков. Оттуда упал ко мне. Но... И вот он погиб по моей небрежности. Не залез, пожалел сам себя, что он застрянет именно в этот день, он не смог развернуться из-за шпор. Туда головой-то попало, поворота-то нет, ну и вниз головой, и так он застрял. Вот он сейчас. Вот он не может туда слететь. Ему надо вовнутрь, а он не знает как. Вот сейчас маленько погодя, он может снова туда полететь, отсюда уже. Вот, надо наблюдать, как он полетит туда. И она туда слетит тогда. Я пока про них рассказываю. Я их с детства люблю, голуби. Вот, готовится. Не издавай никакого поворота, ничего. Вот так. Все, он слетел туда. Сейчас она должна туда слететь. Она долго смотреть не будет. Потому что он там, ей там надо быть. Я помню, мы жили у дедушки, поселок Карповка, Тюменского района. Это 20 километров до Шарщина, потом 10 километров Бором, а через Бор еще 5 километров, ну 35 километров. А урывка от нас 10-8 километров была перед нашей деревней. И я когда шел, один идешь, и один. У дедушки учились, а домой-то идти. У нас 10 ребятишек было у отца с матерью. И там склады были на конце деревни. И одна голубка сидела над дверями, над балкой-то. И я всегда, когда шел, и старался ее как-то достать бы там, посмотреть. Доставать-то негде было. Помню, мне было лет 5. Это где-то был примерно 44-й год. Конзавод номер 140, это Карповка. Там элитных лошадей выращивали. Ну, конзавод, что спрашивать-то? И как вот сейчас помню, бабка, она тетка была, тетка Татьяна Саврулина. Она идет
ухаживает за жеребцами, везде все чисто, как помню сейчас на восток, падает оттуда солнце. А лошади хорошие, там, производители. У нас дома куси, гуры были, я никогда как будто птицы никакой не видал. Ну вот я увидел на балке, сидит голубка сизая, ну, обыкновенная дикарь, дикари как называют их. Она меня за руку тащит, тетка, взять не может меня. Я как уперся, я остолбенел, как она сидит, как она моргает, смотрит. Обыкновенная голубка, это вот, я хочу сказать, это заложено, это от Бога. Брата у меня, которые, им что есть голуби, что нет. Один батюшка держит баранов, овечек, а мнение, что есть, что нет, есть бараны, овечки. Я бы их всех отпустил на волю, пусть они идут, чтобы не резали. А голубь, это дело другое. А батюшка, я не стой как шариком, говорю, что я не понимаю, что ли, слоны, это не коты какие-то там. И вот батюшка едет на мотоцикле-то, на драндулете-то на своем. А у меня голуби рассыпятся по дороге, у меня в основном это белые. А ты, у нас же по уставу написано, скотину не пускать по деревне. Ты еще распустил-то свою живность-то. Приятно так, мои голуби. Вот. Нынче вот организовали я в прошлом году еще у Устиновых голубятню одну образовал. И нынче он попросил белых, я ему кажется 15 белых вертунов выделил туда. Он очень доволен, белого. В деревне у меня две голубятни и одна здесь. Вот она сидит. Вот, не собирается, у меня и времени нет с тобой стоять. Ну давай, подходи сюда. Давай, 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 давай. Вот так, ну-ка давай. Ну. Я, чтобы она не горевала, я начинаю помаленьку ее, да, она начинает, видишь как, ой, ну-ка давай. О, вот как еще, даже клевать будет, ой, обычно она не клюет. Ну-ка давай, давай, ой-ой-ой, ой. Ну-ка. Ну-ка к нему иди сюда, иди скорее, вот так вот, вот так, сейчас она отсюда. Давай, заходи. О, какая. Прям рядом сидит. Сейчас она начнет тоже маститься и спрыгнет к нему туда, и там будут есть. Я насыпал им семечек туда, гороху лущеного и пшеницы. Вот теперь она приглядывается. Это означает, скоро она будет туда прыгать. Просто надо знать. Вот гляди, как она глядит. То есть она выбирает место, куда спрыгнуть. Ей крылья-то не дает махать, но этого достаточно. Тут высота-то полметра нету. Вот она как. Ну давай, спрыгивай, не бойся. Не бойся, голубка моя. Да нежная моя, хорошая моя. Давай. О, какие-то собирает семечки. Иди туда, там ждет супруг. Заходи. Заходи, давай. Ну-ну, давай. Давай, давай. Да вот она какая, молодец. Пучеглазенькое чудо мое. Ой. Ну. Вот, надо, чтобы сама, сама, вот, что-то не хватает ей, еще пить не захотела, знаешь, она начни побуждать, не пойдет, на одной ноге станет и стоит, а вот дохлую попробуй на одной ноге поставить-то, не будет, ну, давай сюда, выходи к нему, давай, 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 вот сюда, вот, вот так, поближе, ну, давай, что сидишь? Ну, ох, какая. Давай скорее. Вот она, смотри. Вот она сейчас должна будет прыгать. Вот она приглядывается. Я подальше отступаю. Ну, что сидишь-то? Давай скорее, тебя там ждет муж. Там он будет его волосы, говорю, перышки приглаживать. Он там напьется, все есть. Что-то ее беспокоит. Необычно так она одна была. А это ничего. Ой, вот так. Да еще потягушки какие. Ну ладно, придется маленько подтолкнуть тебя. Ну-ка давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ка давай. Давай, давай, моя хорошенькая. Да вот как она здесь. Ну. Что-то надувается и никак не хочет туда. Ну, что теперь сказать? Ну? Ну, давай, 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 давай.
Вот оно все, теперь пойдет уже, похоже. Гляди, бац, вот так. Вот это я и хотел. А теперь там посмотри, как они будут. Я отошел. Это хорошие будут снимки у нас. Ну что, все? Ладно, теперь я открываю. А теперь, когда они там сидят с кошками-то, это кошки здесь у меня, я вот такую вот сделал. Вот тут газетки, с газеток я убираю регулярно. Они оправляются очень много, потому что им надо облегчаться для полета. Во! И вот кошки у меня тут лазят, а туда никак. Да еще тут у меня натянут целлофан, затянутый, когда они там... Все! Думал, как их спасти. А вот теперь вот, Володя тут помог мне, сбил ее. Я сделал что-то плохо, да развалилась она. Ну все. Теперь им это не будет мешать. Я им подниму. Вот теперь они у меня тут будут. О. Ну-ка давай. Давай. Вот так, вот так, вот так. Вот они мои где. Вот они где. Ну и все на этом. Дальше сами разберутся, когда надо. Вот он как. Он сейчас к ней будет подходить. Так, можно даже еще показать. Смотри. Вот он как. Это любовь. Он не поймет, что она состарилась. Но и ей, к ней лезть, как он в охотке, топтать, он не лезет, он ее щадит. Видишь, вот как вот. Вот ни у одной птицы нету. Петух тот гонит курицу, пока не запарит ее. Гусака тоже нету. Он топчет гусиху, потом поднимет голову и кричит: победу одержал. А чтобы вот так вот, клюв в клюв, да он часами за ней ухаживает. Это вообще голубь. Почему песни песней, говорит, нежная голубица моя. Вот так. Ей надо туда идти. Она сейчас пойдет опять-то спрыгать, потому что она хотела напиться, а я ее вытащил на время. Ну все, однако, пускай радуется. Ой, как можно голубей не любить? Вот интересно, курицы квохчут, когда в деревне, это надоедает. Овечки кричат, корову, все надоедает. Ну, маленько там и все. Голубь целый день залетит на голубятню. У меня там большая голубятня. Я сяду так, и они меня не опасаются. И вот они летают, залетают, тут воробьи кучей воркуют. Никогда не надоест. Вот как будто бы арфа какая-то играет. Вот. Это Господь так сделал. Вот почему написано, избрал себе только голубицу. Некоторые даже этого не знают, что много птиц-то. А вот ну, Господь так сделал. Я сейчас покажу, где это написано, слово голубица. Вот. Это голубица Богом избранная птица. Вот. И все. Третья книга Ездры, 5.26. Из всех сотворенных птиц ты наименовал себе одну голубицу. Из всех сотворенных скотов ты избрал себе одну овцу. Ну что с этим спорить-то? Из всех многочисленных народов ты приобрел себе один народ, еврейский. И возлюбил его, дал ему закон совершенный. Вот так. Из всех сотворенных птиц. И дальше говорит. Ты из всех лесов на земле, из всех дерев на ней избрал только одну виноградную лозу. Ты из всего круга земного избрал себе одну пещеру, где, видимо, являлся. Из всех цветов во всей вселенной ты избрал себе одну лилию. Ты из всех пучин морских наполнил для себя один источник. Даже не знаем какой. А из всех построенных городов осветил для себя один Сион. Сион на горе Сион, город Иерусалим. И как спорить с этим? А, евреи там. Евреи – богоизбранная нация. Так Бог устроил. Ну давайте, сейчас тут будут птицы оспаривать, что нет. Воробей скажет, я главный, курица, павлин, у него хвост лучше, красивее. Но Писание говорит так. Из сотворенных птиц наименовал себе одну голубицу. Вот оно где.
одну голубицу. И мы должны с этим согласиться. Вот они у меня и сидят здесь. И что интересно, из всех я избрал одну овцу, Выш говорит, ты избрал себе. А одну овцу, в этом же стихе говорится, батюшка у нас держит овечек, а я голубей. Вот как. Мы свиней не держим, у нас нету. Так уж Господь сделал. И вот на небольшом деле на голубях можно поучиться. У меня даже про голубей есть стихотворение, и Витя поет. Я сейчас поищу пока. Пока поснимай. Вот, я сейчас найду. Савченко Виктор поет. Вот. Голубь-голубка. Голубь-голубка. Вот сюда можешь зайти и теперь снять. Вот, посмотри. Голубь-голубка. Сейчас я ее увеличу, чтобы было видно, как. Голубь-голубка. И слова песен. Голубь-голубка. Вот. И петь будет Витя. Вот она у меня. Чуть в сторонку, Игнатий Ильич. А? Чуть в сторонку, отсядьте. Сейчас, сейчас. Голубь-голубка. Вот. Это я стихотворение такое написал, а Витя его напел. Птицы есть разные, чудно прекрасные. Сокол, павлин, журавлин. С кличкой орла люди смелые, классные. Кулик болотный сидит на мели. Ласточка девушку милую кличут. Курицу вовсе за птицу не чтут. Коршун стервятник стервозных обличье. Совы бесшумны, у дятла же стук. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой строгой. Разное все, кто как к пище стремится, пение, полет, крепость жилистых ног. Но для себя лишь одну голубицу, церковь, невесту избрал себе Бог. Голос голубки и стоны рабыни равно к Творцу вопиют. Кротости нашей отнюдь не гордыне в ранах Христовых приют. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой строкой. Голуби глупы, как овцы в загоне, за место, за пищу дерутся всегда. Горлиц голубку несли по закону, в жертву за грех или если беда. Крылья молитвы блестят серебром, золотом перья искрятся. Голуби мира с веткой добром в новый ковчег возвратятся. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой строкой. Стоном тоскующим из эмиграции голуби сны встрепенутся. В небе лишь белые, в небе нет красных, перед престолом Иисуса. Души святые голубкою нежной в небо уходят, покинувши нас. Духа святого видение все реже, голубь напомнить не раз. Голубь, голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой строкой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой строкой. И вот житие за 22 августа Евлалия, 16 июля и июля.
4 июля Феодор епископ и 26 января Анания. Это говорится о том, что видели души, выходили в виде голубки. Из человека душа подобна голубке. Ну, разные там народности, они понимают, в змеи превращаются. Это мне помнится стихотворение, однажды я прочитал. Может быть, Расула Гамзатова или Гулиа. Он говорит о том, как люди понимают об этом. Как-то там написано так. Многие вот, считают, что змеи древнее, проще обитателей Земли, чем другие. Вот. А я же склонен думать, что вначале появились люди, а затем многие из них орлами стали, а иные превратились в змей. Горцы считают, что первые орлы появились. Вот они где. Ну, сейчас отнесу. Отнесу. Вот она. Вот она где, голубка моя. Вот она. Вот она какая красота. Вот они где. Ну и все, однако. Голубка, я с детства люблю вас, пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом, об этом особой строкой. Это я написал 11 августа 2001 года в Потеряевке, когда был. Вот. Говорят, богатое там что-то. Нужно научиться радоваться и в бедности. У меня ничего нету, но на душе всегда радостно. Почему? Друзья вокруг, голуби рядом. Сходил сейчас с ними. Вот, там у меня что, уже 10 часов. Сейчас пойду кормить беспризорных собак. Я уже снимал это. И накормить голубей, этих воробьев. А воробьи вот они сидят. Полсотни воробьев каждый день. Вон она кормушка. Вот, жуланчиков сколько-то, им зиму перезимовать. Вот и работа, а то в деревне старикам делать нечего, стонут. Было бы желание. Так, я тогда ничего не буду делать, побегу скорее, а то у меня собаки уйдут, они приходят точно вовремя. Я их приучил к этому. Ровно в 10 я несу, специально мне приносят кости, мясо, кашу варим кусочками мяса. Их покормить надо, они не злые, добрые собаки делаются. Так и с людьми спрашивают, что делать. Вот на Майдане где-то. Молиться надо. И народу дать достойно жить. Никаких смут не будет. И никто не сможет сделать. А что он сделает-то? Это у Льва Толстого такой рассказ есть. Когда три брата жили. Один вояка был. Симеон вояка. Тарас Брюхан купец был. И Иван Дурачок. И там сатана решил всех соблазнить-то. И сам бесы ничего не могли сделать. Сам сатана пришел. Он говорит, а может я буду говорить к народу слово? Ну, залез там какой-то Владимир Ильич или кто. А девка-то стала кормить. Руки покажите, а у него руки чистые. А она их в последнюю очередь на объедки. Вот и все. Надо работать. И вот он оказался не у дела. И вот так сегодня, если не работает и не у дела, сразу просмотрели, и, ну, поменьше ему дать. И если богатый нефть, значит, ему процентов 90 снимать с него, как в Америке делают. Они так, 13% всех и других глупостей. На глупости вот это идут, люди погибают и прочее. Я сегодня уже отвечал, вчера по интернету. Только молитва, только смирение и готовность умереть. Умереть за эту жизнь, за эту жизнешку не надо, а то трясутся все, все. Особенно это у церковников, боятся епископа, епископ-патриарха, и трясутся за жалкую жизнешку, трясутся. Встал, скажи, я должен делать как положено, как по уставу. И все бы, обстановка была изменена. На Майдан вышли бы сотни священников, встали на колени, стали молиться перед теми, перед Беркутом, перед всем. И все было по-другому. А снайперы стреляют. А что трясешься-то? Иди умри. Нет больше той любви, кто душу положит. А тут я пойду воевать, душу положу. Да ты души-то другие отнимаешь, а не свою. Свое это я пришел, я молюсь и умираю на кресте вместе со Христом. Вот что нужно делать. Вот пример это голуби. Голуби, будьте просты. Просто это кротость, простота это кротость, как голуби. Голубь никогда не клюнет. Это здесь вот я приучил маленько, она еще клюет будет. Никогда, вот я всю жизнь продержал, около глаза где-то она не клюет. А маленький воробей может глаз выклюнуть. Не говоря уж там про сороку, грача, ворону. Это тебе палец сяпнет, синяк будет, прорвет. Я как-то
Вечером иду, гляжу, у меня там голубятня была, это третья голубятня-то. А голуби уже, дело к вечеру, солнце на закат, а голуби сидят. Я прибежал, Витя, там что-то неладно на голубятне-то. Почему? Все голуби наружу сидят-то. Ну что, схватил кочергу, Витя, мы побежали, я тут дернул, и литок закрыли, и туда. На голубятне-то залетели, она на бане был-то. А там ястреб сидит. Ястреб сидит, а одного голубя уже полностью растерзал, и второго доедает, видно, голодный очень был. Я к нему, он как на окно-то, забыл, что это окно, он распластался прямо на все окно. Я его схватил, но он как-то извернулся лапой. И вот здесь вот, как он схватил где-то, я не знаю где. И вот так вот у него когти с той, с другой стороны сошлись вместе, долго болело. И вот я посмотрел, я сравнил глаза, я говорю, как у чеченца, когда вот бывает где-то боевые такие идут, он как глянул. Так вот я ему уже привез, горло ему перерезал, потому что он изверг. Еще он глазами как повел, такая царственная птица. Ну, по-другому нельзя было никак избавиться. И он, у нас как-то голубятня рядом, и рядом веранда. И он за голубем-то летел, видно, с высоты-то. И голубь куда-то, как под крысу где-то он тут-то. А он промахнулся, как в стекло дал, стекло пробил и туда и улетел. Там кухня. Голубь. Голуби все обижают, и колонок, и хорек. Залез как-то, у меня было 5 пород голубей. Витя зашел, говорит, как Куликова битва, все лежат мертвые. Витя не выдержал, даже заплакал, говорит. Всех порезал, ему надо только одного было. Ну что, поставили капкан, поймали. А теперь голубятня такая, сколько лет, и только мышка как-то попала одна. Кто его знает. Идут столбы на пасынках и упираются в большую железную плиту, вот как потолок. Никуда долез, дальше некуда. Я уже показывал это. Это все, конечно, работа, труд и пустой. Пользы от них никакой, но это для души, как цветы человек, когда растит. Я не покупал ни рубля, не отдавал за голубей. Я один раз продал одному парню, тоже неудачно. Бабка пришла и деньги отобрала. Я где-то в третьем классе, что ли, был. И он парень любил, и я решил ему продать. Сколько там, уж не знаю, может, за 3 рубля. Вот. И она все равно деньги-то отняла. И с тех пор я больше уже не торговал. Ну, школьник там на книжке какие. Я пошел покормлю. Вот так. Все. Пошел. Господь сохранит.